27 января в здании администрации городского округа состоялось заседание антикоррупционной комиссии. На собрании присутствовали первые лица города, официальные лица, представители Совета ветеранов, образования, средств массовой информации и представители прокуратуры. Организация деятельности по противодействию коррупции в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции придается все большее значение. В составе аппарата Межведомственного совета общественной безопасности создан отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений и реализации антикоррупционной политики. Мы уже ощутили активность этого отдела, направляем отчеты, получаем указания, все ответы в работе мы направляем в этот Межведомственный совет. И считаю необходимым поручить кадровой службе администрации провести дополнительное занятие с муниципальными служащими по соблюдению запретов и ограничений. Такую же работу надо реализовать с депутатами совета, а также во всех муниципальных предприятиях и учреждениях. Прошу членов комиссии инициировать работу на местах, в своих структурных подразделениях и учреждениях. Члены комиссии отчитались о выполнении мероприятий комплексного плана по противодействию коррупции. Во всех сферах задача обширная, она требует системного подхода. Поэтому так важно взаимодействие органов власти, силовых структур и гражданского общества. Организации деятельности по противодействию коррупции в нашем городе придается большое значение. По словам главы администрации, в 2016 году выполнен большой объем мероприятий. Также выразили надежду, что в следующем году планка не упадет. Но есть, конечно же, и минусы. Это коснулось, например, общего школьного образования. Первая в этом году информация прокурора, Евгений Михайлович об этом сказал, она на самом деле свидетельствует о низком уровне организации работы по противодействию коррупции в учреждениях образования. Предлагаю решением комиссии поручить руководителю управления образования Марине Геннадьевне Короченко принять меры по устранению выявленных прокурором нарушений, а заместителю главы администрации по социальной кадровой политике Наталье Михайловне реорганизовать надлежащую работу во всех организациях и учреждениях на территории городского округа город Кумертау. Борьба ведется по всем направлениям. Так, в ноябре 2016 года по поручению главы администрации прошел социологический опрос. Основной целью являлось выявление и оценка восприятия населением проявления коррупционной деятельности органов власти и органов местного самоуправления. По результатам опроса был составлен перечень мер по борьбе с коррупцией.